В Барнауле полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в крупном мошенничестве. Поводом для проведения оперативных действий стало заявление семейной пары, проживающей в одном из районов Алтайского края. Они сообщили, что подозреваемые пообещали оказать им содействие в прекращении уголовного дела в отношении их сына, который попал под арест еще в сентябре этого года. За оказание подобных услуг мужчины запросили у супругов 3 миллиона рублей. Якобы эту сумму необходимо было заплатить сотрудникам внутренних дел за освобождение сына. Потерпевшие, почувствовав неладное, обратились в полицию. Подозреваемые были задержаны полицейскими после передачи денежных средств, которая состоялась в автомобиле на одной из улиц краевой столицы. По данному факту в Следственном управлении МВД России по городу Барнаулу возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Следствие намерено выяснить все обстоятельства дела, а также проверить причастность задержанных в совершении других преступлений.